Петряков. Куваев. Куваева сейчас жестким силовым приемом встречает. Куваев теряет шлем, теряет равновесие. Но как бы травму не получил серьезную Александр. Пока он не в состоянии самостоятельно подняться со льда. Прикрамывая Александр, укатывается в раздевал. И там это будет оказывать помощь командный врач. Александр Романов подъехал к арбитру поинтересоваться, а не было ли